Всем хайпую флекш, ребят, с вами снова Рен, и сегодня я буду проходить игру под названием FNAF World. Сегодня мы будем, как вы уже догадались, пробовать пройти сову. Изи. Все изи. Пробовать пройти сову сначала, ребята, прежде чем пойти ее проходить. Я зайду к этому эндоскелету и куплю себе титановый эндоскелет, чтобы у меня была нереальная защита. Так, Nightmare Bonnie, уйди с моего экрана. Уйди. Ух, ребят, хорошо, что я на паузу поставил. Это было очень долго. Что? Слушайте, я только нажал атаку, и уже нету противника. Ну и я куплю еще вот это. И вот это. И вот это. Да, ребят, это на сову, так что не жалко. Я титановый эндоскелет купил, офигеть. Back to basics. Там Фредбер стоит. Мне к Фредберу сейчас не надо. А да ладно, сходим к Фредберу, ребят. Да. Через него можно будет к сове пройти как раз. Но вот зачем на меня нападать, если знать, что у меня есть Хэллоуин Чика и что у нее атака просто нереальная. Ну что, Фредбер? Фредбер — это единственный дружелюбный, прежде чем я вступлю в бой. Кошмар. Уйди, кошмар. Уйди. Уйди, кошмар. Ну что, пацаны, вот мы и добрались. Ну что, привет, сова. Савунья, привет. Савунья, ты нам это... Ты нам чай сделаешь? Ну, после того, как мы... Ну, тортики, ну я их сейчас съел. Спасибо, что, кстати, сделала тортики нам. Вот, я съел тортики. Что? Ребят, ну сколько можно? Он использует горячий сыр. Ну, изи. Ну что ж, совуни. Аларм! Джонс лично на вторую команду. Хард-щит блокирует аларм. Или это делает, типа, мой новый эндоскелет. Пиздец тут. Четвертая стена. Видите, сколько четвертая стена ей сносит? Буквально ничего. Это самый сложный босс, который есть в игре. Бомба Джека. Типа, аларм не сработал? Блин, я хотел на четвертую стену нажать. Вот эту команду ее не так жалко. Байт. Давайте эндармию включим сейчас. Капкейк. Вот, армия эндоскелетов есть. Спринглоки. Дальше. Атака пиццей. Хил. Хил. Это хил? Да, это хил. Гифтбокс. У меня есть гифтбокс. Блин, дайте мне четвертую стену. Вот так вот. Джеко бомба. Ну вот видите, щит просто блокирует аларм. Но вот то, что она атакует, это не есть хорошо. Почему гифтбоксы не работают? Армия эндоскелетов. Бэш.
Большаком ее мочим, да? Блин, у нее немножко жизни осталось. Так, этой команды сейчас не станет, я так понял. Сейчас, давай. Давайте атаку. Четвертую стену. Yes! Я что, убил сову? Да, я убил сову. Да, это у меня получилось. 250 токенов. Ну, это хотя бы не... Видели, только сейчас пицца прокатилась? Странная какая-то атака. Или это глюк? Что это за красная фигня? What? Это конец игры? Что это значит? Ребята, я прошел всю игру FNAF World. Я тупо прошел игру FNAF World. Просто сейчас окей хочется показать на экране. Но нет. Я просто прошел игру, ребят. Вот он способ. Просто доходите до совы. Много видео про то, как это сделать. Побеждайте ее. Вот вам конец игры. Все, ребят, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, поднимайте палец вверх. Всем пока!